Основание задержания моего. Сейчас будет уже неповиновение. Я пошел. Вот уже неповиновение. Руки убери. Неповиновение, законно требование. Сотрудника полиции. Ты что такое? Это уже задержание, это уже применение физической силы. А? Погодите. Ты можешь спокойно так убить? Снимай. Видели, да? Видели, да? Адвокат. Я снимаю. Алексеевич, за что, не понимаю? Нет, Георгиевич. Я Паша. Приветствую. Геннадьевич, как ты пересекались с тобой в Невском суде? Помнишь, адвокат? Григорий, фамилия моя, Виктора. Да. Слушай, немножко подлетел, короче, во Фролинском районе. И тут пешочком, тут три. Докопались, домотались Росгвардия. Не понимаю, забрали документы от машины такой. И подалеку здесь нет, как ты, далеко. Есть вообще интерес позаниматься. Честно, если я спрошу задержанных, говорю, основание задержания моего. Пьяных пролял машины. А это какой ряд, адрес какой? Бухарестская 86. А сейчас там Росгвардейцы или ГИБДД? Нет, именно Росгвардия. Представь, показал внутренних адвокатов, пытались заломать. Ребята там прибежали, снимают, близкие мои знакомые. Немножко отпустили вроде бы. Ну вот, ситуация... Ждёте, да? Они якобы там вот с ГИБДД вызвали, я позвонил там руководству ответственному, сейчас жду ответственное от руководства. Но у меня вопрос такой, что я хочу довести до уголовки, что однозначно ответить. Спасибо. Давай. На Бухарестка 86 у меня адвоката задержали, Росгвардейцы. Поехали. Ну, это в суде уже будет. Павлович Александрович, какие основания для задержания меня? Я объясняю. Управление трезвым видом. Я этим транспортом не управлял. Я стою вот здесь на месте. Только подозрение. То есть, подозрение, Это только экспертиза, да? Какая экспертиза? Я стою на месте здесь, хочу пойти покушать. Хорошо. Сижу в машине, слушаю музыку. Дальше это, что? Это не мне будете рассказывать. Какие основания у вас? Я можно пройду? Нет. Почему? А вот сейчас уже вы нарушаете мои права, да? Вы меня уже толкаете, да? Я права ваши. Я хочу пройти. Вы мне ограничиваете мои права? Конечно. Основания? Я говорю, документы. Какие документы? Ваши, личные, на ваши основания. И вашу принадлежность, как это у вас видео, какая у вас? А зачем вам эта машина моя? Принадлежность вас... У вас что в руках лежит? Принадлежность вас... Эдольчка, можешь, пожалуйста, дай, пожалуйста, снимай документы. Руки убери. Убейте меня. Какие основания вас вообще меня задержат, не пойму. Дай мои документы. Где мои документы? Нет, мои документы где? Они должны быть? Конечно, я тебе дал кошелек. Где мой кошелек? А, кошелек вот. Да. Прапорщик Сарычев, я представляю. Я являюсь адвокатом. Мне нужны права. Читайте, пожалуйста. Зачем? Мне нужны ваши Для права. Чего? Я вам дал удостоверение. Я вам объясняю. Вот это удостоверение не является удостоверением личности. Что? Вот это удостоверение не является удостоверением личности. Что там написано в удостоверении? Я объясняю. Что написано, что в, этом? Что написано в этом удостоверении? Что является удостоверением личности? Что написано в этом? Адвокат, если вы адвокат, что вы должны знать. Что написано? Не надо голос повышать, пожалуйста. Что написано здесь? Я не буду читать. Что Читайте. Мне нужны права ваши. У вас плохое зрение. Что написано здесь? Мне нужны права или паспорт. Я представил вам документы. Что написано здесь? Я не по-русски вам разговариваю. Вы не по-русски. Что написано здесь? Я вам объясняю. Мне нужны права или паспорт. Я вам представил документы о удостоверении личности. Это не удостоверение личности. А что такое это? Говно? Это ваше удостоверение, я не знаю. Какое? Откуда оно вообще у вас? Откуда оно? Чему оно вообще? Подписано кем оно? Я не знаю, кем оно подписано. Прочитайте. Я не знаю, что это такое. Прочитайте, что написано там. Я не знаю, что это такое. Вы читать не умеете? Я не собираюсь это прочитать. Вы читать не умеете? Мне нужны права. Права. Так. Или паспорт. А для чего вам нужны мои права? Не понимаю.
Я еще раз вам говорю. Для чего вам нужны мои права? Для чего вам нужны... Ну вы просто обоснуйте претензию свою. В чем ваши претензии? Законность ваших требований. Обоснуйте, пожалуйста. Вы хотите что? Я могу пойти? Нет. Могу. Нет. Руки убрал от меня. Мы еще на «ты» не переходили с вами, да? А почему вы все меня махаете тут своими руками? Махаете не пойму. Вы здесь, да? Вы махаете, вы меня не пропускаете. Я что, задержан? Еще раз, да. Я задержан? Да. Статья. Основание задержания моего. Сейчас вот уже не повиновение. Я пошел. Вот уже не повиновение. Руки убери. Повиновение законным требованием сотрудника полиции. И что это будет? Это уже задержание, это уже применение физической силы. А? Погодите. Ну что, спокойно так и будет? Снимай. Снимай. Видели, да? Машину присаживайте все. Видели, да? Адвокат. Машину присаживайте все, За что? Я снимаю. Алексеевич, за что? Не понимаю, бля. А за что? Вообще не понимаю. Подожди. Стоп. Мы стояли, к нам подошли. Основание. Моя защита. Че? Какие-то кожи встали. Чувствую, да? Вы трезвый? Я трезвый. Давай сюда. Тихо. Снимай. Я снимаю. Снимаете? Не снимаю. Ну, едет пьяный. Остановился. И потом вот этот стоит по носу, да, начинает руками махать, угрожать. Ну как это, нормально? Я что должен делать? Я не понял. Что значит? Ну, ехал. Не трезвый старт. Ехал. Как вы видели, что уехали? Чуть машину не сцепил. Неровный, да? Где сюда? Ну, слушайте. Экипаж. Не, ну вы сейчас, опускай. Вы же прекрасно понимаете. Опускай, что, все. То сейчас лица. Вот все, что вы говорите. Все нюансы опускай, да? То есть все, что вы сейчас говорите. То есть это считать нормально? Я считаю, что все, что вы сейчас говорите, пока это только ваши домыслы. Где? Кого зацепили? Где чего? Чуть не зацепили. Вот я поэтому говорю чуть. Это еще раз. Вот, это было основание где? Для остановки. Авторца. Какой основной остановки? Вы представитель ГИБДД? А в чем дело? Представитель ГИБДД? Что? Где? Мы имеем право остановить и пресечь. Что вы имеете? Пресечь противоправное действие. Где? Что? Покажите мне противоправное. Ну вы же знаете, что сейчас основ. Если я... Нет. То есть, не две звезды, это считаете, что? Я пока еще не вижу, что это не две звезды. Где не две звезды? Показывает экспертизу, показывает. Я еще раз говорю, вот до того, как экспертизу, я еще раз говорю, все, что остальные основания, у вас сейчас основания нет, у вас это один раз. Это я просто говорю, как с точки зрения права, с точки зрения закона. Вот. А теперь как с точки зрения человека. Вот давайте все это дело сейчас прекращаем, забываем. Ну, вот я сейчас забираю его, и все, и на этом заканчиваем эту историю. Вот я, послушайте, то есть, я вот в таком же тоне, да, общался с вашим коллегом, другом, да, пожалуйста, ну, вот это вот хамство, да, я не потерплю, как бы, с его стороны. В пьяном виде, как говорится, да, то есть, наверное, это вы считаете нормально, да? Подойди, пожалуйста. Ну, вот это вот съемки все, вот это что-то. Это право любого гражданина. А, любого? Сейчас извините, я так уверен, что все, что здесь происходило, это было записано. Mm-hmm. Я думаю, что это никому не нужно, и вам в том числе. Поэтому я еще раз говорю, давайте на этом заканчиваем. То, что я сейчас видел, это ваши действия не проводили. Кидается, бросается на сотрудника Росгвардии, сотрудник полиции. Я еще вы считаете нормально? Я еще раз говорю. Нет, вы считаете нормально? Да.
это у вас 50 отношений? Нет, почему 50? Что? Я видел, что адвокат. Что вы? Вы знаете, что это спецсуд? Что вы? Я видел, что... Что он упал с кем-то полицией, пошел дальше? Нет, я видел, что вы спросили человека. После этого вы не пьешь. Я видел, что вы заталкивали человека, машину спросили его. Вот, заталкивали машину. Кроме всего прочего, я еще раз говорю, это спецсуд. Вы знаете, да? Вы знаете? Я пока не видел даже документы. Вот я еще раз говорю. Вот он сейчас при мне вам показывает. Он мне показал только вот, на машину. Все. Я говорю, ну, машина на женщине. Поэтому я просто еще раз говорю, что... Просто будьте бездны. Все, все. Подожди, подожди. Подожди, пожалуйста. Документы я вам... Дайте, пожалуйста, документы. Мы пока еще с вашими коллегами там будем, пока не закончим. Подождите, пожалуйста. Я вам объясняю и... Поэтому давайте так, чтобы никаких не было у нас больше не понимаю. Мы сейчас расходимся, извиняемся. Вот, во всяком случае, я могу позвониться, точку поставлю, все, и пошли все это честно. У вас все дальше продолжается служба. Я просто трезвый, да? Вы все понимаете. Мы все нормально, все сложно. Я не знаю, что вы осознали, если я просто говорю ту ситуацию, которую я видел. Вы считаете, да? Что вы говорите? Я не считаю. Нормально, да? Я не считаю. Не трезвый. Я не видел, что он трезвый. Я? Где? Где? Ну, что там? Где? Где? Это достаточно? Нет, это недостаточно. Я тоже не видел. Это недостаточно. И присел. Это не достаточно. Если я увидел песок, что дальше было? Я еще раз говорю, что увидел песок. Дальше. Вот смотрите. Я еще раз говорю, что этого все недостаточно. Я с точки зрения права. Для того, чтобы сейчас можно было сказать, что это правонарушение. Почему? Потому что водитель не за рулем. Я не вижу, вы понимаете, я не вижу, что кто-то будет за. А вы не должны были видеть. Вы прошли, куда уже стоите? Я не знаю. Я ничего не могу. Достаточно будет моего рапорта. Рапорт. Почему? Потому что я вам еще раз говорю. Просто-напросто чисто человечество. Я вам рассказал, что вам делать. Если так, если нет, ну. С точки зрения права, конечно. А я вот говорю, давайте просто человечески расходимся. Я с вами общаюсь. С вами общаюсь, как бы с вами. Все. Мы не общем с вами. С этим вообще стало еще. Вот с этим товарищем. Мы не нашли общего языка. Ну, вы не должны находить общего языка с людьми, которые, если вдруг по вашему мнению, не нарушаются. Не трезвые, как бы за рулем. Пока я никого не видел, никто не видел, что это. Да, вот так, ну, сейчас любые свидетели. Сейчас любые свидетели. Они близко, да. Жалко, что они не выбрали. Если бы позвонили, бы они не выбрали. Ну, так как позвонили, они рассказывали. Это люди, которые сейчас... Мы шли на улице. Мы идем по улице, ты больной. Я не понимаю, какие мы права. По улице, блядь, нам ходить нельзя? Не знаю вообще. А потому что есть запись. Запись людей. Видеозапись. Что с этим видеозапись? Это раз. Во-вторых, это независимо. Что он? А вы, как что он кидается на сотрудника из гвардии? Я не знаю. Вот я вырос. Мы хотим смотреть, или мы все-таки разводимся? Я еще раз объясняю. Мы вызвали сотрудника ГИБДД. ГИБДД точно так же сотрудник. Мы сейчас будем объяснять, что он человек не за рулем. Так это опять-таки, это еще один пункт. Я еще раз говорю. Это еще один суд? Его виновность? Что? Виновность? Что? Какой суд? Кто сейчас? Административный суд. Какой административный суд? Административный суд есть? Соответственно, Самойлов 12. Какой? Самойлов 12. Какой административный? Самойлов 12. Слушайте, вы меня удивляете. Вы представители власти говорите о том, что если у нас какой-то суд, у нас вообще. Алексеевич, вы лекцию читаете мало, наверное. Да? Так вот на самом деле.
считаете, что... А чем они занимаются? Что у вас есть основа? А чем занимаются мировые судьи? Мировые судьи? В том числе и разводами. Еще перечислить что? И всеми спорами, которые касаются материальными, до 50 тысяч. И жилищными спорами, которые касаются до 500 тысяч еще. Так вы сейчас со мной разговариваете все равно, вот эти все и разговариваете дела, да, неправильно. Уходят же к ним, да? Это же не уголовное. Я не собираюсь. Что? Я тоже не собираюсь. Какое это дело? Это же не уголовное дело, да? Уходят. А что, вы думаете, мировые судьи уголовные дела не ведут? Да вы ошибка ошибаетесь. Данный вопрос, да. Я не собираюсь с вами обсуждать вопросы компетенции суда мирового, суда общей юрисдикции или еще арбитражного суда. Это мы уже не о том разговариваем. Вот я вам просто, я уже теперь понял, что разговор у нас либо складывается, либо не складывается. Складывается каким в дальнейшем? Я еще раз говорю, что никаких свидетельств и доказательств того, что вы сейчас не говорите, нет, нет. ГИБДД, я еще раз говорю, где человек за машину, покажите мне сюда. Вот ГИБДД занимается только этими вопросами. Вы остановите эту машину, которую не за, и которую сейчас чего за тебя скажите мне. Где она? Сейчас. Ваши сотруднички мне просто что-то сегодня, ну, я извиняюсь дико, отдохнул сегодня. Вот ваши сотрудники просто меня остановили здесь и не понимаю, да, что они хотят. Николай Васильевич, позвольте, пожалуйста, да, все нормально, добыть до дома, а? А что, на кого сориентируете, Николай Васильевич? На тумбочку дать или что, Николай Васильевич? Документы, пожалуйста. На месте, да? Все, спасибо. Так, ну что? Документы, пожалуйста. Какие? Ну, ваши личности. Ну, хотя бы удостоверение. Я показал. Ну, мы перепишем, что вас привели, общались. Все. Ну, вы убрали, я так не знаю. Вы читали мое удостоверение? Нет. Вы читали. Я вам показывал. Вы его демонстративно под запись не захотели читать. Что там было написано? Мне нужен права и паспорт. Зачем права вам нужны? Объясню. Паспорт зачем? То, что вас проверили. Паспорт мне записать. Мне с тобой удостоверение. Записать пока в наш бортовой журнал служебный. Где документы мои от машины? Я вам случайно отдал их. В машине. Напарник мой переписывает пока ваши данные. Для чего? Нужно то, что мы с вами общались. Основание. То, что мы с вами общались. Основание. Я объясняю. Основание проверки моих документов. С кем мы общаемся? Да? Перестаньте разговаривать. Основание проверки моих документов. С кем мы общаемся? Мы всегда записываем журнал. Для чего вы с ним общаетесь? Основание с вами общаемся. Что вы узнали? Почему вы устали? Вы не объясняли мне. Основание ваше. Я объяснил. Основание. Я вам три раза объяснил. Основание. Я даже четыре раза объяснил. Чевайте, пожалуйста. Написать вас то, что мы с вами общались. Ничего. Ну, вы не понимаете. Какие основания для проекта документа? Я же еще раз. Я иду по улице. Что у нас тут? Ну, сейчас. С кем? Я задержан. Сейчас. Я задержан, спрашиваю вас. Кто вы такой вообще? Вы считаете, что может с вами разговаривать? Кто вы такой? Основания у вас для проверки моих документов. Вам я представился. Ну, я вам показываю. Запоминаете, что ли, похоже. Вам я представился. Почему вы представился? Прапорщик Сарычев. Прапорщик Сарычев. Вы снимаете? Да, конечно. Вы видели, что мне кто-то представлял? Нет, не было такого. Когда я представил свое удостоверение. Такого не было, документ не был представлен. Угу. Люди вот снимают. Я Саркова звоню, никак не снимусь. Да, ну, нормально, спят. Ну, я понимаю, что спят, я понимаю, что такая ситуация. Долго улица. Я вам предложил просто... Кто-то не потеряет. У нас можно людей, оказывается, посреди ночи задерживать просто так, проходящих. Можно, и допрашивать у них документы. Я первый раз такое слышу. Не, ну пришли, попросили документы, все, дальше. Человек представил, насколько удостоверение, да? Вот, Сергей. Да, я извиняюсь, что...
здесь ваши коллеги, вот, сотрудники Нацгвардии, пытаются задержать моего коллегу тоже цены, значит, да? Вот, просто идет человек по улице, ну, не знаю, там, выпивший, не выпивший, вот. Ну, во всяком случае, что я вижу? Скручивают ему руки, пытаются пихнуть в машину. Вот. Алло. Что ж такое, где же он есть? Сотрудники ГИБДД едут, что скажут? Что вот стоит, а где человек? Вы что, видите, что человек находится скажет, за рулем? Что вы скажете? Ну, это же мы им скажем. И то, что вы скажете. Ну, а, все, вроде. Да, алло. Алло. Вот вы считаете неправомерно это действие ваших коллег? Потому... Угу. Вы по какому... Угу. У вас по районам, да, вот это деление? Все хорошо, все. Да, спасибо большое, да, за это. Уважаемый. Здравствуйте. Уважаемый. Снимайте, снимайте. Я тоже начал. Мне даже документы не хотели представить. Вот. Я представился, подошел, его пихают в машину, отпустили. 10 минут разговариваю. 10 минут разговариваю, мне не хотели представлять даже документы. Сейчас вызвали ДПС. А где я понимаю, водитель? Где? Нет, спасибо. Вышли из дома, пошли в магазин, взяли бутерброд. Все, пускай разбирается, где вы ехали, на чем вы ехали, пускай показывает. Что случилось? Ну, мне позвонили, я вот просто здесь живу, вышел, смотрю, вот два сотрудника пихают человека в машину. Подошел, представился, значит, якобы пьяный, ехал за рулем. Я говорю, а я не вижу, где за рулем. А как можно за рулем? Вы что, вы остановили? Где машина? Там же перехватывают. Где? Что произошло? Я слышу. Какой автор? Это автор. Потом меня скорость.